Ну, представься, очень... Георгусь, скажи, как тебя зовут. Ну, меня зовут Георгий. Сколько тебе лет, в каком классе ты учишься? Ну, я учусь уже в третьем классе, ну, учился во втором. И мне 8 лет. Расскажи, во что ты любишь играть? Я люблю играть в Don't Starve the Geezer. Нет, я ничего такого не знаю. А Майнкрафт? Ну, да, я тоже очень люблю играть в Майнкрафт. Мне единственное нравится в Майнкрафте, что там надо крафтить, добывать, ходить в шахту. Это единственное, что мне нравится в Майнкрафте. А что там в шахте? Ну, там есть алмазы, золото, железо, уголь и камень. И так далее. Понятно. А расскажи, пожалуйста, как ты тут корову недавно подоил? Ну, мы были у бабушки. С Настей. Угу. И еще у нее осталось 3 дня. Угу. Со мной пробыть, и мама разрешила. Угу. И мы решили погулять. Угу. Мы вспомнили про коров. И пошли рядом с коровой погулять. Угу. И потом вдруг решили подоить. Угу. А вы не испугались? Корова же большая. Коровы – это самые лучшие существа. И много вы надоили? Да, такую вот банку надоили. Угу. А не тяжело доить? Это легче всего.